Здравствуйте, уважаемые слушатели канала «Эзотерика для тебя», друзья и гости, мы приветствуем наших гостей нашего канала. Сегодня хотим с вами поговорить о заговоре для того, чтобы изгнать зло из вашего дома и наладить жизнь. Обращаем ваше внимание, что заговор достаточно тоже простой, как и другие заговоры и обряды, ритуалы, которые мы предлагаем на своем канале. Поэтому вы смотрите, выбирайте, какой вам лучше всего подходит и используйте в своей жизни. Итак, друзья, если жизнь у вас не ладится, а такое часто бывает, и в доме происходит что-то нехорошее, вы это даже чувствуете, видите, слышите, женщину невозможно обмануть, то сделайте следующее. Выберите время, когда никого не будет дома. Не рассказывайте о том, что вы дома проводите какие-либо ритуалы или обряды, потому что члены семьи не всегда могут воспринять это нормально. Возьмите красную нитку, ленту или веревку и завяжите на ней узел и положите на порог. Пусть полежит не менее часа. Затем возьмите эту ленту, положите в стеклянную банку, залейте святой водой и наговорите именно шепотом на эту воду. Желательно произнести эти слова по памяти. Но если у вас отличная память, то лучше, конечно, слова заговора выучить. Но они следующие. «Святая вода, избавь меня от нечисти поганой и введи зло вон из моего дома». Слезы мои смой, сырой землей покрой. Как этот узел завязан, так и беды мои связаны. Как этот узел никто не развяжет, так и счастье моего никто не отнимет. Счастье в дом, добро в дом, отныне и до веку. Аминь. После этого вы берете банку, такую банку, чтобы можно было закрыть крышкой. И берете, закрываете и уносите из дома. И нужно закопать в землю там, где никто не ходит, и чтобы никто это не видел. Кроме того, еще есть такая проблема, часто закапывают так, что люди или кошки, собаки, или люди вот имеют такое свойство, а что там такое? Поэтому старайтесь закопать в том месте, если вы живете в городе большом, там где-то в парке, где меньше кто ходит. Вот, друзья, вот такой вот ритуал, обряд вы можете провести, он достаточно простой, чтобы изгнать именно зло из вашего дома. И, ну, мы, конечно, вам желаем, чтобы ваша жизнь, вашей семье только наладилась, было мир, любовь и изобилие. Ну, а с вами, как всегда, был канал, друзья, «Эзотерика для тебя». Мы с вами, друзья, прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!